«Надежда на жизнь». В Новосибирске проходит благотворительная акция, цель которой – обеспечить нуждающихся противопролежневыми матрасами. Подробнее Кристина Махнюк. Благотворительная акция «Надежда на жизнь» – это волонтерская помощь инвалидам первой группы. Собранные средства потратили на покупку специальных матрасов против пролежней. Мы обратились в администрацию кировскую для того, чтобы они могли помочь нам найти непосредственно людей, которым надо. Ну вот они нам предоставили одного человека, мы подарим сегодня матрас. Первой стала Татьяна Ивановна Ладченко, инвалид первой группы. Ее родственники узнали о благотворительной акции в отделе соцзащиты и подали заявку на получение специального матраса для лежащих инвалидов. Мне как-то, когда оформляли меня на первую группу, мне сказали, что мне там и койка, и матрас, то я от этого отказалась. А потом я сказала, да, мне нужно это. Самостоятельно она ничего не может сделать. Поэтому я очень благодарна этой организации, которая вот осчастливила нас вот этим подарком. Общественники готовы помочь каждому инвалиду. Они уверены, ограниченных возможностей для таких людей не должно быть. В планах еще несколько акций, не только покупка матрасов. Кристина Махнюк, Алексей Погудин, новости ОТС.